При поддержке президентского фонда культурных инициатив благотворительный фонд «Право на чудо» реализует медиапроект «Гордость в маленьких победах». Данный проект призван поднять престиж профессии врача-неонатолога и рассказать об этой важной и нужной профессии, о тех людях, которые заботятся о самом главном, о самых главных гражданах нашей страны, новорожденных детях. Когда ребенок рождается, он попадает в надежные руки неонатолога. Специалиста, чья главная задача – наблюдение за состоянием малыша с момента его появления на свет и до достижения одного года. Цель врача – создание всех необходимых условий для полноценного роста и развития новой жизни. В Видновском перинатальном центре были сделаны профессиональные фотографии специалистов, а также их маленьких пациентов. Мы готовимся с вами на завтра к выписке. Как у вас дела? Неонатолог также помогает вырасти здоровыми и полноценными недоношенным малышам, которые наблюдаются в отделениях патологии. У нас очень хороший процент выхаживающих детей. У нас 47 за год родило детей менее килограмма. Кропотливый труд специалистов фиксировал фотограф Сергей Табунов. Он отмечает, что позировать на его фотографиях не нужно. Сергей фиксирует действия и историю в первозданном виде. Изначально я планировал сам быть доктором, и мне эта тема очень близка. Обязательный элемент, чтобы люди не позировали, не готовились к съемке, чтобы были сами собой. Проект прошел в Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Видновском перинатальных центрах. Также можно будет ознакомиться с медиапроектом на специальной экспозиции уже в мае. Инга Янчук, Гульнара Балаева, Видное ТВ.